Очень необычно завершился один из рабочих дней в нашей телекомпании. На экскурсию в «Спектр» пришли наши маленькие друзья из детского сада «Скворушка». На протяжении полутора лет мы тесно с ними сотрудничали. Воспитанники детского сада принимали участие во многих сюжетах. А еще у них даже была своя детская рубрика «Серьезный ответ». Полицейские это... Ну, они спасают... Они... Вот кто нарушает правила на дороге, они останавливают. Чем они еще занимаются? Они ловят преступников. А потом что они с ними делают? Когда поймают? Они плохие дела делают, и они садятся в клетку. На экскурсии в телекомпании ребята узнали, как создаются сюжеты и как снимаются красивые кадры. Рассмотрели видеокамеру, узнали, какие бывают микрофоны, и попробовали в один из них прочитать стихотворение. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет речку мяч, мы поедем за водой и достанем мячик твой. Также ребята побывали в телестудии, узнали, что такое телесуфлер, как правильно читать текст и попробовали себя в роли ведущих. Новости Богучанской телевидения. С вами Никита. Весна, весна писала по снежному, по влажному ковру. Посыпала подснежники, посеяла траву. Будут чудеса, расправляйте паруса, а он и не сердцу, и безусловно не к лицу. Сегодня я расскажу замечательные новости. Очень. Какие у вас сегодня замечательные новости? Ну-ка, подождите, расскажите нам замечательные новости. Скоро будет лето. Ура! Самым интересным и зрелищным этапом экскурсии стало знакомство с квадрокоптером. Ребята вместе с телеоператором вышли на улицу и попробовали запустить в небо это механическое устройство. Восторгу детей не было предела. Также ребята попробовали себя в роли корреспондента, задавая друг другу вопросы. Даша, как тебе сегодняшняя экскурсия? Клевая? Все здорово? Тебе... Отлично. Все так интересно было. Как тебе экскурсия? Клевая. Крутая. Мне больше всего понравилось рассказывать стихи в микрофон. Вам нравится ваша профессия? Да, моя профессия очень увлекательная и интересная. Тем более, что я даже иногда работаю с такими хорошими детьми, как вы. В завершении экскурсии мы подарили детям небольшие подарки. Это диски с сюжетами, в которых были главными героями они сами. Дети детского сада «Скворушка». Людмила Кочнева, Николай Брюханов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр», Букчаны.